Вот таких пиявок сегодня мы будем ставить на область поясницы. Метод герудотерапии не так прост в применении, как кажется. Лечение пиявками может проводить только врач, прошедший специальное обучение. В лечебных целях используется вид пиявка медицинская и два ее подвида – аптекарская и лечебная пиявки. У этих червей во рту находятся челюсти с хитиновыми зубчиками, с помощью которых они прокусывают кожу на глубину до 1,5 мм. Под кожу пиявка не проникает. Показаниями для проведения герудотерапии служат многие заболевания. Это и варикозная болезнь нижних конечностей, и геморрой, и артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца для профилактики инсультов, инфарктов. При артрозах, при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника. Герудотерапию я начала принимать 10 лет тому назад. Первое впечатление такое, когда садят эти пиявочки, они немножко обжигают, как будто муравей тебя укусил, и жжение такое. Ну, это проходит буквально минуточка, и хорошее уже ощущение, нормально, все. Болезнь, которая у меня была, она остановилась, как бы не было прогрессирования и развития. Но когда я перестала это делать, вот в течение 10 лет, оно немножко сдвинулось и пошло ухудшение. То есть надо было чаще делать эту герудотерапию. Я пиявок не боюсь. Хорошие, так сказать, труженики для здоровья человека. Сейчас мы поставили всех пиявок для данной процедуры. Здесь они присасываются и начинают вводить свои полезные вещества. Пиявка используется однократно. После проведения процедуры пиявки утилизируются. Повторное применение их недопустимо. Как ощущения после процедуры? Прекрасно. Все хорошо.